ума. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Билет сколько стоит взрослый? 20 сомов пока. 20? Да. А вот, пожалуйста, прочитайте. Просто я сейчас спрашиваю, сегодня же это не бесплатное знаю, у меня приказа музей. Нету. Министр Калиев, вы слыхали, что сегодня 8 апреля сказал, что бесплатно? Мне кажется, у нас приказа на музей не поступило. Нога паратива не поступила? Не поступила. Сейчас только разбирались на эту тему. Можете пройти в администрацию. Администрация? Да. Директор, да, ваш? Да, 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 вот туда пройдите, пожалуйста. Так что бесплатно не пустите, да? Хорошо. Я вызывала специально, приказа к нам из министерства не поступило. Мы сами узнали об этом вот только от одного посетителя. Ну, вы знаете, что у вас такой министр есть, новый министр Талиева? Об этом мы знаем, что есть такой новый министр. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы хотели пройти сейчас. Кому обращаться? Посмотреть музей или кто? Да, мы хотели в музей пройти. Нас не пустили. Потому что сказали, хотя министр Калиева сказала, что сегодня все музеи страны бесплатны. 8 числа, да. Просто мы хотели узнать, почему нас не пускают. Говорят, что уже приходили люди и... Их не пустили. Вас бесплатно не пускают, да? Да. Нет, не в этом дело, просто дело в том, что как бы если министр... Или сказали там, если министр зал уже закрытый. Нет, если министр зал, министр распоряжение дал, то почему оно до вас не дошло? Они сказали, что распоряжение не пришло. Чтобы оно к вам пришло, чтобы вы были в курсе. Добрый день. Господин Шевчук, здравствуйте. Здравствуйте. Можно по вопросу? Здравствуйте, заходите сейчас. Садитесь. Мы жутко извиняемся, что так получилось. Нам что-то, наверное, все-таки не ваша вина. Если вы госпожа Калиева, наверное, она где-то это сейчас... Да, она сейчас на совещании. Вот мы просто, знаете, вчера прочитали в Акипрессе, что сегодня все, во всех музеях страны бесплатное посещение. Министр культуры Калиева. Талиева, да, извините. И вот мы решили с ней вот вечером после работы проездиться. И в первый же музей говорят, что здесь нас не пускают. Потому что приказа такого нет. Приказа вам не поступало, да? Сейчас вот я сейчас выясняю, вот сейчас зашла эта... То есть вам, да, вы даже не в курсе были, да? Я, по крайней мере, нет. Угу. Ну, то есть... Я сейчас... Минутку. Я сейчас в исторический музей позвоню. А, они пускают ли бесплатно или нет, да? В курсе ли они, да. Здравствуйте. Шевчук беспокоит. Скажите, вход в музей свободный сегодня, да? А кто, приказ вы получили? А директор сказала, да? Это директор, приказа такого нет, да? А, все ясно, хорошо. У них директор сказал пропускать. Директор, может быть, прочитал. Сейчас, минутку, я посидите. Че? Нет, он говорит, такого не было. Ну, проходите, пойдемте. Сейчас в историческом музее я директору сейчас позвоню, у него уточню, а вы проходите, пожалуйста. И сейчас всех будут пропускать. Это хорошо, что вы. Потому что заднее число потом начнут говорить, что... Не выполняется то, не выполняется то, это мы уже проходили тоже. Я сейчас созвоню с директором этого юридического, я сейчас спросил, она говорит, вот такое распоряжение она дала, чтобы пропускали. Но я в министерство при вас позвонил, они говорят, пока приказа нет такого. То есть такое бывает, что приказа нет, а потом с вас спрашивают?
спрашивают. Бывает такое. Нет, понимаете, все вопрос, даже сейчас вообще даже не стоит не в приказе, а в неудовольствии людей, которые приходят. Понимаете, вот эта нестыковка, она бывает это как бы неприятная сама по себе. Ну хорошо. А так проходите, пожалуйста. А так, мы закрыли. Закрыли? Ну ладно, извините. Уже закрыли, да? Спасибо вам, что вы были. А, ну спасибо, да. Спасибо. Всего хорошего.